Константин Филм представляет. Производство компании Sam Film Production. Совместно с Константин Филм Production. Режиссер Катя фон Гарнье. Задатки. Одна беда, непредсказуем. Так же говорили о Хале. Пока с ним одни проблемы. Я знаю, что делаю. Надеюсь. Что ж, пойду за фургоном. Восточный ветер. Мика! Ну, очнись, завтра выспишься. Да, свобода. Не волнуйся, ты почти прошла. Я проверяла. И он же сказал, все неплохо. Что это? Смена стиля. Ну и стиль. Мика, ты куда? А что? Вы... Прошу. Кристиан. Плохо. Фанни. Отлично. Так держать. Мика. Мика, Мика, Мика. Говорят, яблоко от яблони недалеко падает, но твое, кажется, вообще с другого континента. Вы же говорили, все неплохо. Относительно. Шарлотта, превосходно. Хороших каникул. Ну, хоть по религии тройка. Если бы я хоть что-то могла. Ты столько можешь? Что? Ну? Спасибо, уже легче. Не могу спонтанно. Лагерь все равно накрылся. Что? Мы же так давно собирались. Как жаль. Из-за пожара в учительской результаты будут... Ты что? После каникул. Вот решение. Пойду собираться. Фанни. Добрый день. Это принадлежит вашей дочери? Поджог – знак серьезный, так он сказал. Особенно для отстающих. Это моей дочери. Ну, хотя бы учитель идет навстречу. Она пересдаст экзамен, мы оплатим ущерб, и суда не будет. Это случайность. Сядь, Мика. Но от Конгресса мы отказываться не можем. Ты главный докладчик. Но летний лагерь – неподходящее место, чтобы готовиться к пересдаче. Но вы же обещали, что я поеду! Тебя сейчас не спрашивают.
Что будем делать? У меня есть идея. Что? Нет, ни за что. Кальтенбах. Мы приняли решение. Ты едешь к бабушке. На кладбище? К другой бабушке. Да, му. Хулиганка из Франкфурта. Меня зовут Мика. Ага, внучка. Представлял тебя иначе. Я тоже иначе представляла свои каникулы. Это здесь ни к чему. Посмотрим. Новейшая техника? Не в сети. Имение Кальтенбах. Лошадки? Чего ты взяла? Нет, он творит, что хочет. Шенкеля, вместе руки вниз. Мы не на рыбалке. Попробуй еще раз. Он не работает ногами. Не он, ты. Значит, ты Мика. Сорванец, я слышала. Ты выросла. Естественно. Да. А можно попробовать еще? Нет, на сегодня хватит. Сэм, покажи Мике ее комнату. Увидимся за ужином. Постарайся до тех пор ничего не поджечь.
И, может, хочешь переодеться? Зачем? Привет, милый. Так ты внучка фрау Кальтенбах? Да. Мика, а ты? Какой класс? Восьмой. Седьмой. Пока еще. Класс прыжков. Ах так? Н.У. Н.У. Не умею. Тогда отдыхай. Кто... Можно я? Оседлает? Я! Можно я? Пожалуйста! Идешь? У меня еще много дел. Это с Олимпиады. До сих пор хранит. Бабушка? Да, фрау Кальтенбах. Она была одной из лучших наездниц в мире. А сапоги достанутся ее преемнице. Прямо как Золушке. Идем. Фрау Кальтенбах ждет. Ну? Как поездка? Класс. Класс. Угу. Было несколько пересадок? Одна. Ясно. Угу. А, Хильда, спасибо. Проголодалась? Конечно. Что, и тебе не спится? Тоже есть хочешь?
Что вы сделали? Не бойся, наркоз. Она цела? Да, цела. Ты могла убиться. В чем дело? Сама хочу знать. Твоя обязанность держать дневник закрытым. Ты что, был там? Ты что, была там? Я уснула. Уснула? Уснула. А что? Мика, эта лошадь опасна. Тебе просто повезло. Смель, впредь не спускай глаз моей внучки. Я должна готовиться к турниру. Это важно для всех нас. Через час очнется. Так, а теперь иди к себе и садись за книги. И не выходи за дверь, пока за тобой не придет Сэм. Ясно? Нет сети. Значит, за дверь выйти нельзя? Нельзя его вечно держать в заперти. Это животное, ты знаешь. Вопрос времени, когда случится худшее. Я не пойму. Этот конь забрал у меня все. И все же... Надо принимать решение. Значит, Венгер. Венгер? Уверена? Ой. Через 4 недели турнир, он будет здесь. Он хорошо платит, а деньги нам нужны. Венгер хуже, чем мой шприц. Не волнуйся, дорогая, он справится. С ведром? С ведром, пожалуй, нет. Ладно, иду. Этот пони меня с ума сведет. Нет сигнала. Алло. Фанни? Привет. Ну, как дела на ферме? Свиней кормишь? Нет. Это совсем не ферма, Фанни. Это твой дедушка? Кто? Где? Ой. Здесь не переговорный пункт, а мой двор. Ясно. Мика? Уже все. Мы знакомы? Вряд ли. Мне пора. Пойду. Нет, ты забыла. Это уже лом. Все, что сломано, можно починить. Ты где была? Я подышать, ноги размять, осмотреться. Знаешь, мне бы досталось из-за тебя. Ладно. Больше не буду. А чем ты занят? О, ну да. Разминка. Пара кругов по карт-треку. По карт-треку? Надо расплести. Что это с ним? Такой вялый. К турниру не готов. Может, дегенеративное воспаление сухожилий? Или миозит? Сейчас, погоди.
Вот пипагон, австралийская мазь. Папа дал мне все для Арчибальда. Вечером нанеси ему на бабки. Кальтенбах классика. Только немного, жжет. Чушь. Он дурит. Или боится тебя. Тебя спросили? Нет. Мне так кажется. Не лезь не в свое дело, хорошо? Ну как ты? Что с тобой? Мика! Все. Хватит. Мика? Мика! А? Ой. Эй, ты куда? К нему. Дай-ка. А что? Видишь? Да. Он хочет на волю. Не понимаешь, в лошадях? Держись подальше, ладно? Только корм переводить. Но скоро его купят. Да. Венгр. Как, венгр? Что, правда? А в чем дело? Тебе лучше не знать. Идем. Пока. Ужин. Обувь. Стой. Не поешь со мной? Нет, дел много. Представь, что было ночью в конюшне. Внучка фрау Кальтенбах там уснула. Где именно? У Оственда. С ним рядом. Знаешь, что это? Глупость. Нойрсоч. Спящий. Так монголы называли тех, кто умел понимать язык лошадей. Таких один из тысячи тысяч. Дед, знаешь, хватит сказок. Да, опять. Пока.
услышат. Ничего. Хочешь на воду? Ладно. Идем. Пошли, погуляй. Математика для гимназий. Ну, нашелся? Нет. Я виновата. Ну да, верно. Может, я тоже поищу? О, отличная мысль. Упустить, а потом поискать. Мы же хотели погулять. Ну что ж, если так хочешь прогуляться, тогда отнеси обед моему деду. Давай. Ау! Где вы? Круто! Yeah.
полдня потратил, чтобы пригнать его сюда. И он не подпускает меня близко. Вы знали, что я здесь? Не я, он. Зачем? Чтобы он погулял. Ну да. Не зря он носит свое имя. Оствинд. Он непредсказуем. Как буйный ветер, который несет грозы и бури. Просто имя. Стой. Стой, туда нельзя. Едут. Нет. Прошу. Его запрут. Он не хочет. А потом отдадут венгру. Спасибо, что позвонили. Мы все обшарили, а скотина пряталась здесь. Конь не скотина. Не так. Иначе не выйдет. Ты уже пробовал, я вижу. Но не так. А как? Послушай, дед, а если он повредит тебе не только руку? Если хочешь, пусть пока побудет здесь. Фрау Кальтенбах не возражает. Надеюсь, ты знаешь, что делаешь. Да, не зря тебя уволили. Спасибо. Мика? Да. Есть разговор. Зря оставила дверь открытой. Он испугался. Речь не о том. Мика. Речь о том, о чем твоя мама меня попросила. Ей это важно. По непонятным для меня причинам. Ей это важно. Мне нет. Жаль, Оствинд сбежал. Оствинд. Моя надежда. Халла, знаешь ли, была его прабабкой. Халла? Халла была настоящей легендой. Она привела своего всадника с травмой, почти без сознания, к олимпийской победе. Уникальная лошадь. Великолепная. Оствинд не такой.
Он безнадежен. Вовсе нет. Даже если он не такой классный, как его родители. И ты заперла его, вот он и не делает того, что ты хочешь. Ты лучше занимайся. В лошадях ты ничего не понимаешь. Но, возможно, тебе больше повезет с этой квантовой физикой. Но, Остинд... Не хочу больше слышать это имя! Что он тебе сделал? Самуэль? Фрау Кальтенбах. Я просила тебя приглядывать за моей внучкой. Не хочу, чтобы она снова бродила без присмотра. Тебе можно доверять? Да, фрау Кальтенбах. Полностью. Молодец. Нечестно. Ты сильнее. Надо что-то придумать. Идем. Будут неприятности. Уже есть. Это ты? Да, слежу тут за тобой. Зачем? Ну как? Ты ведь играешь с такой опасной лошадью, как с какой-то собакой. Он не опасный. Просто нужен кто-то, кто его видит. Да? Откуда ты знаешь? Уж знаю. Он стал выглядеть иначе. Какой-то счастливый. Его отдадут венгру. Убедим ее. Она не станет слушать. Оствинд нанес ей травму. Сделал ее инвалидом. Скоро ведь турнир. Кальтенбах классика? И кто будет на нем? Ты? А что? Ты ездишь верхом? Я научусь. Мика. За 4 недели ты не успеешь. Но если и так, твоя бабушка, она убьет нас. А мы ей не скажем. Слушай, я должна доказать ей, что он не безнадежен. Сам видишь? Ну что ж, есть один человек, достаточно сумасшедший. Нет. Нет? Нет.
Но почему? Я поклялся не иметь больше дел со сломанными лошадьми. Класс. Так все это сказки. Идем. А я думала, сломанное можно починить. Знаешь, почему он топтал меня? Вы боялись. И он тоже. Он зеркало. Ладно, до завтра. Он был тренером. Одним из лучших. Потом поругался с твоей бабушкой. Почему? Из-за ее методов. Они бывали жесткими. Это спорт. Она не слышит лошадей. Ладно, идем. Если кто-то спросит, ты у себя занимаешься. Точно. Привет. Хорошие новости. Нужна упряжь? Что нужно для начала? Теоретически. Я бы взяла двойной трензель. Штаны и шлем не помешают. Вот. Все, бери. Арчибальд вечно пытается куснуть. Думает, вкусно. Ты здесь зачем? Мне надо... Это Сэму для новой ученицы. Точно. Двойной трензель. Хорошего дня. Вот, как новенькие, да? Я готова. Брюки великоваты, да? Угу. И сбруя. Не нужно. Прежде чем сесть на коня, надо овладеть тремя вещами. Первое – баланс. Второе – ритм. Третья координация. И четвертая. Четвертая? Что это? Выдержка. Когда этим овладеешь, пойдем дальше. Готово. Главное для коня и всадника их отношение друг к другу. Должен быть баланс между уважением и доверием. Ты правишь лошадью. Если к тебе нет уважения, когда ты пешая, то и в седле его не будет. Конь должен тебя слушаться.
но не из страха, по своей воле. Вы должны согласовывать все свои движения. Лошади общаются через язык тела и энергию. Ты должна чувствовать свою лошадь, чтобы ее понимать. Лошади понимают образ. Посылай ей образ того, что ты от нее хочешь. Если она тебе доверяет, она следует твоей мысли. А если нет, ошибку делает не лошадь, а ты. В той легенде конь и сновидец предназначены друг другу, они ищут друг друга. И ты должна быть вожаком. Вы стадо. Стадо? Из двоих? Да, стадо из двоих. И ты вожак. Посмотрим, примет ли он тебя. Дальше. Помни, твой страх – его страх. Хорошо. Сюда. Мишель, главный тренер сборной приедет на наш турнир. Ты понимаешь? Но он совсем не хочет шевелиться. Не знаю, что делать. Ты похожа на меня. Соберись и заставь его шевелиться. Вперед! Да, фрау Кальтенбах.
Доброе утро. Что у нас сегодня? Ничего. У меня выходной. А нам что делать? То, что умеете лучше всего. И что же? Скакать! Это безумие! Просто невероятно! 1,60 м, не меньше! Мировой класс! Даже Пауль Шокмюлли так не смог бы. Кто это? Привет, Оствинд. Говорить он пока не умеет. Никогда бы не поверил. Если фрау Кальтенбах это увидит, спорим, она с ума сойдет. Вы всем покажете. Это будет выступление дня. Не знаю. Может, турнир это слишком? Все эти люди. А вдруг мы... Да, но постой. Ведь все ради этого. Для этого я врал в глаза фрау Кальтенбах. Чтобы спасти его. Мы еще не готовы. Нужно время. Да. Возможно. Но его нет. Мама? Привет, детка. Как учеба? Хотела спросить. Если чему-то научишься, еще не уверена, достаточно ли... Ой, мне нужно идти. Да, конечно, ты справишься. Делай все, что задумала. Прости, но мне пора. Пока. Так, дети, завтра нас представляет только Мишель. Но сегодня у всех вас есть шанс попробовать официальный паркур. Кто из вас хочет начать? Ну? Я! Можно я? Боже, Арчибальд влюбился в корову. Не могу увести его с выгона. Ничего, они еще не начали.
Открываю. Хорошо. Но прежде Мишель покажет вам, как надо. Это еще кто? Что это значит? Фрау Кальтенбах, я не могу объяснить. Вы должны сами взглянуть. Прошу. Ну, давай. Давай, покажи им. Хорошо. Для начала. Не я. Он. Видишь, Мишель, вот я о чем. Завтра ты так должна выступить. Завтра что-то будет. Сперва вы должны мне что-то объяснить. Впрочем, надеюсь, что теперь наши шансы на завтра удвоились. С дороги. Привет. Ты меня удивила. Все же ты настоящая Кальтенбах. Это предназначалось твоей матери, но... Классно.
Ого. Безупречный вид – одно из достоинств всадника, но этому ты еще научишься. Все слишком быстро, да? У тебя бесспорный талант. Это Оствин. Я ни при чем. Завтра важный день. Иди спать. Постой. Да? Он не хотел тебе зла. С ума сойти. Не верится. Лучше бы в кроссовках. Он придет? Мой дед уже более 10 лет сюда не ногой, так что не переживай. Вы справитесь. Паркур. Я? Сейчас? Нужен совет. А ты, кстати, была права. У тебя еще есть Тамась? Конечно, сейчас дам. Вот, только немного. Знаю. Идем, поможешь мне седлать, Тинка. Похоже, венгер приехал зря. Странно выгляжу. Ты тоже. Ну, что мы делаем? Не хотела мешать. Возьми. Чтобы не поранился на прыжке. Я не знала. Ничего. Рада тебе помочь. Ведь мы обе хотим самого лучшего. Надеюсь, что так. Ну что ж. Удачи. И не забудь нагавки. Ну, давай. А сейчас под номером 2. Тихо, спокойно. Эй, все в порядке? Нет, что-то с ним не так. Моя внучка.
Как она? Ей повезло больше, чем парню. Что с Сэмом? О нем позаботиться. Я не должна была этого допускать. Эта лошадь остается опасной. Он никогда, он... Не могу объяснить. Сделал калекой меня, теперь вот это. Венгр заберет его сегодня. Что? Нет, нет. Сэма везут в больницу. Оствинда отдадут венгру. Он уже здесь. Прошу, помогите. Мне жаль Сэма. Но Оствинд не виноват. Если Сэм умрет, это моя вина. Я говорил ей, что Оствинд проблемная лошадь. Зря я ей его продал. Фрау Кальтенбах уже не та, что прежде. Знаете, ей ведь за 60. Мне 67. Не слышишь? Да, отлично слышу. Впервые за 3 недели. Как до тебя добраться? Объясню позже. Что? Ты приедешь? Уболтала свою маму? Фанни. Ладно, где ты? Я на автобане под Бременом. Езжает на Вильгельмсхафен, а потом на Ширинг, к морю. Спасибо. Где моя дочь? Мы ищем ее, но далеко уйти не могла. Она на лошади. Лошадь? Ну, конечно. О чем я думала, отправляя ее сюда? Заходи. Мало что изменилось. Микки нравится. Да, конечно. Потому она избежала. Из нее вышла бы исключительная наездница. Невероятно. Для тебя есть лишь 2 типа людей. Кто ездит верхом, и остальные, которые совсем не интересны. Не хочу, чтобы ты и мою дочь сломала. Что значит сломала? Твоя дочь готова променять квантовую физику на пару сапог для верховой езды. Охотней спит в конюшне, чем в постели. Да. Лишь потому, что хотела увидеть тебя. Ах, Элли. Я, конечно, совершила много ошибок. Ну, пойдем поедим. My heart.
Приехали. Какая-то тёлка на лошади. Тёлка? Мика? Конь? Мика! Мика! Вот почему ты так долго. Всю дорогу верхом? Что за лошадь? Вообще, лошадь? И тогда я сбежала. Его хотели пустить на колбасу? Венгерскую салями. И что теперь? Решим завтра. Его надо накормить. Это сейчас. Слышали? Лошадь голодна. Припасы на стол. Следующий. Вставай. Где Остин? Спрятали от вожатых подальше. Мне снилось, что с ним что-то стряслось. Слушай, я не разбираюсь в лошадях, но это нормально, что они раздуваются и плюются пеной. Что? Что с тобой? Боже, я помогу тебе. Что ты? Я, наверное, в конюшне. Оставьте сообщение. Оствит. Не сдавайся. Кальтенбах. Нет, пока не появилась. Алло. Что? Что? Где? Ей плохо. Не знаю, что делать.
он не встает. Помогите. Посмотрим. Мы о нем позаботимся. Ты горишь? Нет. Это Колька. Мама, я должна остаться с ним. Острит. Не бойся, милая. Физических причин нет. Похоже, глубокий шок. Дадим ей успокоительное. Спасибо. Дядя Кан? Привет, Элли. Нет, это безумие. Мика не интересовалась лошадьми. Мария тоже не интересовалась даром своей дочери. Умные женщины и так мало видят. Что за дар такой? Мика чувствует, как лошадь. Чувствует ее. Немногим дана эта способность. Помнишь, как ты приходила ко мне? Сбежать хотела. Подальше от всей этой сбруи. И тебе удалось. Мне надо к внуку. Очнулся. Слава богу. Твердолобый. В меня. Детка. Привет, мышка. Как Остинт? В порядке. Здесь еще кто-то очень хочет с тобой поздороваться. Привет. Сэм. Слышал, ты лошадей угоняешь. Фрау Кальтенбах? Да. Хотела сказать, что мне очень жаль вашу внучку. Все в порядке, Мишель. Вот. Они твои. Правда? Спасибо. А еще звонил тренер сборной. Я в команде. Чудно. Это я виновата. Нет, но неудивительно. Столько пепагона для такой лошади, как Оствинд. Откуда тебе было знать? Пепа что? Та мазь, которую ты втирала ему в бабки. Хотела как лучше, но она адски жжет, поэтому мазать надо очень тонко. Ты ей не пользовалась? Нет. Но ведь нагавки были ей пропитаны. Мне хорошо знаком этот запах. Кто мог это сделать? Мишель дала их мне. Едем в Кальтенбах. Стой, Мика, куда это ты? Венгр же его убьет. Поедем домой и забудем всю эту историю. Мама, папа. Может, я вас разочарую, но я не имею понятия о квантах и никогда не буду. Зато теперь я знаю, чего хочу. Чего? Скакать. Скакать верхом. У нее же уникальный контакт с лошадью.
Я рад, что за твои достижения мы можем включить тебя в юниорскую команду земли Гессен. Поздравляю. Спасибо. Молодец. Стараюсь. Мика! Оствинд не виноват. Мишель пропитала его на гавке мазью для лошадей. Вот он и взвился. Шутишь? Понимаю, ты ищешь причину тому, что случилось, но Оствинд – сложная лошадь. Это не он, а Сэм мог умереть. Постой. У тебя есть доказательства для такого обвинения? Сэм их нюхал. Может, и все еще под лекарствами? Это предложение, или кто-то может внести ясность в это дело? Да, я. Если б я только знала, то ни за что не дала бы тебе эту мазь. Ах ты, крысеныш, отдай! Ни за что! Тихо! Хватит! Это ее идея! Нет! Пожалуйста, немедленно покинь мой двор. Пожалуйста, очень нужна мне ваша захудалая ферма. Постойте-ка, не так быстро. Куртку оставьте. Будут последствия. Вперед, дед! Позвольте Мике вернуться. У нее исключительный талант. Ее сразу возьмут в команду. Ах, мама. Ну, прости, прости меня. Мне так жаль. Не вини себя. Я думаю, это не последний упрямец в ее жизни. Я не только из-за Мики. Знаю. Спецлитературу лучше забрать домой. Да, и... спасибо. Филипп, за что? Ну, как твоя была идея позвонить мне. До свидания.
Привет. Привет. Попрощаться не хочешь? Спасибо за все. Возвращайся. Трактор перевернулся, как назло. Мышка, не грусти. Знаешь, во Вселенной ничто не исчезает, лишь меняет форму. Может, он сверху смотрит на тебя? Мика, мы стоим. Что это с ней? Может, в туалет? Остин. Thank you.
мочевой пузырь в тебя. Что там? Ее дисквалифицируют. Мика Шварц и Острин. О, нет. А ты думала, зря она все это затеяла? Опять ссоритесь, да? Без седла не боится. С точки зрения физики это трудно. Аэродинамика. Марвин Линке, Корнелия Фрабес, Тила Прюкнер, Нина Кронгьер, Юрген Фогель, Эмбер Бонгард, Марла Мэн, Генриетта Морави и Детлев Бук. Режиссер Катя фон Гарньер. Продюсеры Эва Карлштрём, Андреас Ульмке Смиттен. Автор сценария Кристина Магдалена Хен, Леа Шмидт-Бауэр. Фильм дублирован в 2020 году по заказу компании Ivy Production.